дружище, при начале хотел тебе рассказать и показать телеграм-канал без сам-продажа. В этом месте продают аккаунты Симулятора Пчеловода с прокачкой и робаксами на счету. Собственно говоря, ты можешь просто написать администратору в телеграме, который там указан контакт, спросить, если что-то интересует, ну и в принципе, если надо, то заказывать. Благодарю за внимание и приятнейшего просмотра. Полетели. Огромный привет, друзья. Ну что ж, вы, конечно, не набрали 28 лайков, но 200 тоже офигенно. Думаю, доберете. Короче, решил сделать этот момент на этих серверах, на обычных. Ну что же, ставим лайк и желаю вам приятнейшего просмотра, потому что сейчас будет жесткий момент с удалением ивентова и ядренки, пипец. Давай. Так что поддерживай до конца просмотра, давай, полетели. Вот реально, влепи сейчас лайк, еще потом уберешь, но лучше не надо, потому что это видосик жесткий, ведь мы с тобой сейчас удалим ивентовую пчелу. Итак, наша пчела, которая удалится, одаренность, станет сегодня непосредственно, наверное, кто? Котейка? Котейка. Сегодня котейка потеряет одаренность. И как это сделать? Просто. Все. Все. Все, ребята. Капец. Можете уже просапнуть комментарии. Вот у меня... Стоп, у меня тот полок. Дурак, я перепутал. Проси тот полок. Просрал тот полок единственный. Ну что за человек? Ладно. Вот за это еще видосик легендарный. Ну что же. Пожалуйста, сработай как на тестовых. Так. Давайте. Пробуем. Я знаю, что этот метод вы все знаете, но... Типа... Почему мне его не снять на основных? Ради прикола. 8. Давай по пятерке пойдем. 5. А ты, блин. 5. Ай, 5. Победа. Все, повезло, повезло. Буквально сколько тут ушло? 25 штучек. Можете поздравить с возвращением ивентовски одаренной. Ой, аллилуйя. Кстати, сколько у вас уходило этих печенюх на одаренную? Что-то интересно даже. Ну вот вообще, я видел там у кого-то 400, да, я ж читаю комментарии, у кого-то там вообще под... и нифига, ну... Вот так, друзья, пробуйте кормить, как я сейчас по схеме. То есть вот буквально по 10, потом 5, 5, и с каким-то шансом оно так выстреливает. Все, я теперь пчелок, если у меня печеньки остаются, буду только так и одарять. Зачем стать 3 тратить, пофиг, что их 3, как и было. Стоп, надо... Че битерберри жалеем? Так, хочу выбить новую какую-нибудь интересную пассивку на эту пчелку. Ну, конверсия, ладно, вернул. На 3 меньше, ну пофиг. Так, также шапочку не забываем. У нас же у пчелок есть шапочки, да? Вот если что, как одевать тут, знаете, наверное. Сюда на лукера. А что, у котика не было шапки? Ну ладно. Ну все, друзья, вот такой жесткий и рисковый видос получился. Ставим до 6 часов 333 лайка. Я доначу 1000 тикетов в храм ветра, чтобы проверить один момент. Кто помнит, тот помнит. И не просто так. Это реально может получиться очень жесткая вещь. Поэтому это за столько и лайков. Да, до 6 часов вечера, пофиг. Так, ну все, благодарю за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, скидывайте видео друзьям. Рекомендуйте его, распространяйте, потому что вот жестко получилось, но хотя бы вернули. И это счастливый конец видео. Надеюсь, у вас также будет вести на дренки, или еще лучше, и вы будете вообще с одной жалейки убивать, ведь такие моменты есть. Совсем скоро жесткие моменты 6, так что кто хочет, чтобы вы появились в новых видосах, напишите мне циферку любую в Discord в личку, чтобы я вас не потерял. Ну, сегодня, вот после того видео, если вы досмотрели. Либо скидывайте на свои моменты новые. Думаю, запустим сегодня 6-ю часть или завтра. Ну, в общем, на днях будет, думаю, так, да. Все, теперь всех благодарствую за просмотр. Вам респектос. С вами был Феникс. И увидимся в новых видео. Как говорится, здравия и мощного фарма, как всегда, да.